Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. И чтобы была рефуа шлема, я видел вот вкратце объявление Ицкак Нохум бен Аснат, чтобы было ему рефуа шлема, полное выздоровление, рефуа танефеш, рефуа тагуф, бетох шар хулей Исраэль, чтобы было полнейшее, скорейшее выздоровление всем, кто нуждается в выздоровлении. И как раз вот вчера мы разговаривали с одним человеком, очень хороший тоже друг Ваикра, спонсор Ваикра, да, дай Бог ему тоже здоровья. И у него была такая ситуация в жизни, что он очень сильно заболел, причем болезнь у него плохой, и врачи говорили, что, ну, безнадежно, опухоль мозга там и так далее. То есть вообще считалось, что, ну, все, шансов нет. И в это время его и его партнеров и всех посадили в тюрьму, чтобы забрать у них бизнес. Это было в, ну, в бывшем Советском Союзе. И у них хотели забрать бизнес, но он уже был при смерти. Ему сказали, ладно, отпустили его из тюрьмы умирать. И он единственный из всех не переписал этот бизнес. Он приехал, у него была безнадежная ситуация, и он выздоровел. И он мне рассказывал вчера, как он выздоровел от этой опухоли. Он говорит, я прям просил Всевышнего, вот прям молился, и так, как я молился, говорит, невозможно прям передать, насколько сильно я молился. И говорит, что интересно, вот мы говорили после этого, почему, зачем Всевышний посылает вот такие испытания людям, да, почему там сейчас сложно, война, ну, глобальная война, да, сколько людей сейчас пострадало, или болезнь человеку. Но когда человек выходит из этого, насколько то же самое, что у него было, он начинает ценить. Насколько для него то, что раньше он воспринимал как само собой разумеющееся и был недоволен, насколько для него сейчас это имеет огромную ценность, насколько он становится благодарен Богу и другой человек. Поэтому лучше самому сделать эту трансформацию, стать благодарным и не ждать, пока Всевышний заберет, чтобы потом отдать обратно, да, как со здоровьем. То есть пока человек здоров, он не молится и целый день, чтобы дай мне здоровье и спасибо тебе, что я здоров. Как только он заболевает, он начинает сразу, дай мне здоровье, хочу выздороветь. Как только он выздоровел, опять он забывает про Всевышнего. Значит, сегодня мы пришли пятый отрывок, уже пятый у нас отрывок в недельной главе «Бо». Пойдем к фараону. Называется эта глава. И говорит Всевышний так. Сказал Моше, значит, начинается отрывок так. И Ваикра Моше леколь зикне Исраэль. И возвал Моше ко всем старейшинам Израиля и сказал им, значит, возьмите себе скот по семьям и шахату о Песах, и сделайте жертву Песах. Значит, чтобы было понятно, да, его приказ. Вот представьте ситуацию, например, в... Даже я не знаю, как представить. Как представить? То есть для египтян этот Песах, этот ягненок, это был их идол. Это как в Индии священная корова, например, да, сейчас. Вы знаете, что в Индии за убийство священной коровы была смертная казнь совсем недавно. А сейчас, если вы вот на улице корову, не дай бог, убьете или просто пораните, могут в тюрьму посадить в Индии. Потому что она для них священная. И тут, значит, вызывает Моше евреев, старейшин, и говорит, берите этого ягненка, который для них идол, и будете его приносить жертву. И возьмете вы тогда связку специальных растений, агудат и зов, и окунете в кровь этого ягненка, и помажете, значит, косяки дверей дома своего, штем и зузот, два вот этих вот боковых косяка, и верхний помажете кровью, значит, и не выходите человек из дома до утра. То есть будет. И он начинает им описывать совершенно какую-то мистическую церемонию, да. И пройдет Бог в эту ночь, и будет он лингов. А, подождите, это я начал пятый читать отрывок, а у нас же четвертый. Сегодня четвертый день недели, среда, извиняюсь. Я думаю, что-то вот не то. Что-то не то. Извиняюсь, значит, сегодня четвертый день недели. Мы же еще до этого не дошли. Все, не так было дело. Я думаю, что-то не сходится. А значит, вот. Мы сегодня находимся в четвертом дне недели.
Четвертый день недели, я вам скажу так, что на вот этот отрывок, который мы сегодня читаем, больше всего комментариев. Комментариев нереальное количество. Каждое слово, на него прям полстраницы комментария. Каждый отрывок полстраницы комментария. Начинается так. И сказал Моше, так сказал Бог. Кехацота лайла, как в полночь я выхожу в Египте. Представляете, вдруг Моше Рабейну говорит, он посередине разговора с фараоном. Фараон говорит, я уже вас отпустить решил, а ты еще говоришь, что все пойдете там вместе со скотом. Говорит, уходи отсюда, разгневался на него фараон. Начинается разговор на повышенных тонах, такой прям на серьезно повышенных тонах. Моше ему отвечает, так сказал Бог, в полночь я выхожу среди Египта. И умрет каждый первенец земли египетской. От первенца фараона, который сидит на престоле, на троне, до первенца рабыни, которая вообще последняя рабыня, там какая-то очень плохая какая-то профессия у нее, которая жернова крутит. И все, даже и все первенцы животных, БМЭ, это домашних животных, тоже умрут. И будет цаака, и будет крик большой во всей земле египетской, которого, как этого крика не было никогда. А у всех сынов Израиля не откроет собака, звука не издаст собака даже. Ни человек, ни животное, тишина будет полная, для того, чтобы узнали, что разделил Бог между Египтом и между Израилем. Значит, и давайте я прочитаю, потом мы будем разбираться, да. И спустятся все твои рабы ко мне, говорит Моше Рабейну на повышенных тонах, да, он стоит с посохом сапфировым, говорит, и все твои рабы спустятся ко мне, говоря, уходи отсюда, и весь народ, который с тобой, значит, уходите вы все. И после этого мы уйдем, и вышел он от фараона Бехареапо-Аф, он вышел в гневе. То есть такая картина, значит, фараон, тронный зал, он сидит, фараон в гневе. Моше Рабейну говорит, все, еще вы меня попросите, чтобы я ушел. И сказал Бог Моше после этого, не послушает тебя фараон, для того, чтобы увеличил я свои знамения в земле египетской. И Моше и Аарон сделали все знамения эти перед фараоном, и Бог усилил сердце фараона, и не отпустил он сынов Израиля из земли. Представьте ситуацию. Значит, Моше говорит, этой ночью, вот сейчас, сегодня вечером, в полночь, значит, кахацот алайла, как в полночь. Талмуд очень сильно разбирает это, почему он сказал, как в полночь. Не просто в полночь, а как в полночь. Это я в конце расскажу. Значит, Моше говорит, в полночь погибнут все первенцы. А почему сказано от первенца фараона до первенца рабыни? Фараон, он точно знал свою родословную. То есть там было, очень все проверяли, проверяли, перепроверяли. Рабыня, она не знала родословную. Она не знала, от кого ее дети. То есть первенец рабыни, который первенец по маме. А есть первенцы по папе. И получается, могла быть у этой рабыни, могло быть 5 сыновей. И все 5 могли умереть. Потому что один первенец у мамы, а еще 4, ей нравились, например, там молодые 16-летние школьники, к примеру. И она, значит, была рабыня в этой школе. И у нее, получались все ее сыновья были первенцы у отцов разных, да, 16-летних этих первенцев, этих школьников, да, египетских. И получается, что все в ужасе, все говорят фараону, слушай, выгони их, не просто отпусти их. Что ты ждешь? Чего ты упорствуешь? Зачем тебе нужна это вообще эти евреи? Пускай уходят себе. Мы не хотим умирать. Фараон говорит, не отпущу. Не отпущу. Говорит устная Тора, что первенцы начали войну против непервенцев. То есть они начали войну против фараона. Они говорят, что за дела? Почему мы должны умирать из-за того, что этот фараон, значит, решает какие-то свои вопросы? Сейчас, кстати, примерно такая же ситуация. Еще там 200 тысяч мобилизация. Зачем нужно? 500 000 человек сейчас умрут из-за того, что кто-то решил, что он хочет захватить какую-то страну. Вот это была точно такая же ситуация. И, значит, первенцы говорят, мы не хотим умирать. Выгони их, отпусти их. Фараон говорит, нет, не отпущу, все, не отпущу. Ладно.
Но он их не отпускал. Почему? Потому что Всевышний ужесточил его сердце. Прямо написано, «Ваехазек Бог сердца, и усилил Бог сердца фараона, и не хотел он отпускать сыновей Израиля из Египта. И сказал Бог Моше и Аарону, зачем это я сделал? Для того, чтобы разделить». Да? Дальше. Дальше вдруг переходит Тора нам на другой абсолютно... Ваерду коля вдеха или... Так, сейчас, все. «И сказал Бог Моше, не послушай тебя фараон для того, чтобы умножил я свои знамения. И Моше и Аарон сделали все эти знаки, все они сделали. И сказал Бог Моше и Аарону дальше». Продолжает он дальше. «Аходеш азелахем роша хадашим». Он говорит, вот этот месяц вам начало, голова всех месяцев. Это было в месяце Нисан. Месяц Нисан — это от слова «нес». Чудеса, этот месяц чудес, исход из Египта, он говорит, с этого начинается новый цикл, новый этап в истории вообще человечества. Это начало месяцев. Первый он в месяцем года. Значит, действительно так и получается. Нисан — это первый месяц. Добруэт коля да, скажите всей общине Израиля, говоря, 10 числа этого месяца возьмете вы, каждый человек возьмете себе ягненка. Каждый дом. И, значит, и начинает Бог давать им конкретно указания. Вот с Песаха начинается формирование, можно сказать, еврейского народа. И понятно, что такое народ Израиля. Это тот, кто выполняет приказы царя, не обдумывая. Да, сделаем, а потом будем думать. Потому что приказы очень-очень странные. 10 числа, то есть исход будет 14 числа. А 10 числа нужно было взять ягненка, годовалого ягненка, и взять себе домой, привязать к кровати. То есть в Индии сейчас живет 1,5 миллиарда человек, и они поклоняются коровам. И представьте, внутри Индии приезжает, например, там какой-нибудь народ. Народ в Индии есть неприкасаемый, но их тоже много. А есть какой-то, допустим, которых мало относительно индусов. Индусов 1,5 миллиарда. Там есть народ такой, называется сикхи. Сикхи — это они ходят в таких челмах. Они единобожники, этот народ сикхи. Они единобожники, ходят в челме, и у них в челме нож спрятан. У них такой есть народ сикхи. Их всего лишь в Индии, насколько я помню, где-то 5 миллионов. И они очень серьезные воины. Они дикие воины, эти сикхи, они, там есть министр обороны, там, то есть они конкретные воины. И когда-то была, помните, была Индира Ганди, и они эту Индиру Ганди убили. Эти сикхи убили Индиру Ганди. И потом индусы сделали, прямо были погромы этих сикхов, то есть индусы их просто по всей стране, по всей Индии, их этих сикхов уничтожали. Это недавно совсем было. И вот примерно такая же ситуация. То есть евреи были в Египте, как эти сикхи. Очень много египтян, а евреев мало. Они, причем, были рабами. Сикхи хоть не рабы, а эти были рабами. И им говорят, возьмите этих животных священных, египтян, и привяжите дома к кровати. Они будут кричать очень сильно. Значит, и что? Дальше следующий приказ какой? Возьмите ягненка беспорочного мальчика, да, это Захар, это как мужского пола, годовалого, и, значит, возьмите или из овец, или из коз. И будет он вам храниться у вас в доме до 14 числа, и 14 числа его нужно зарезать, принести его в жертву, между, это будет в сумерки. И возьмете вы кровь этого ягненка, и именно кровью его помажете притолки, вот эти вот косяки дверей дома, во всех домах. И там будете кушать его. И будете кушать его ночью. Его нужно обязательно, чтобы он был жареный на огне. То есть он должен быть гриль такой, да, жареный на огне. Целый. Его нужно было сделать целым. Насадить его нужно было на из гранатового дерева, такой из гранатового дерева. Шомпар, да, такой, который гранатовое дерево самое сухое. И так его кушаете с горькими травами.
А представьте, какой запах был, когда он жарится. Египтяне не едят, они ему молятся. Это для них просто. И тут 4 дня он блеет. И еще потом его жарят, этот запах жареного мяса по всему Египту. Значит, не кушайте его вареным. Нельзя было кушать его вареным в воде. А кушать его нужно было полностью зажаренным, цельным в гриль. Да? И не оставляйте от него до утра. А то, что от него останется до утра, сжигайте в огне. Сожгите в огне. Остатки. И так его кушаете. Кушать его надо, чтобы вы были уже одетые, припоясанные и обутые. И должны быть у вас ваши посохи в руках. И вы его кушаете быстро этой ночью. И, значит, а я в это время прохожу по земле египетской в эту ночь, это Бог говорит. И я, значит, бью я всех первенцев Египта, от человека до животного, и всех их идолов тоже я уничтожаю. И, значит, сделаю я свои знамения, я Ашем, я Бог, так он сказал. И будет у вас кровь, значит, знаком на всех ваших домах. И, значит, увижу я эту кровь и переступлю я через нее. В общем, Бог говорит, что нужно делать. Значит, и было в этот день, и будет этот день днем вам памяти, и будете его праздновать, этот день, праздником Богу на все поколения, и это будет вам постановление вечное, его праздновать. Интересно, что слово хукат, это хок, это именно постановление. Это то, что непонятно. Все здесь непонятно. 7 дней кушайте мацот, это пресный хлеб. В первый день, значит, уберите все квасное из своих домов. Потому что каждый, кто кушает квасное в это время, его душа отсекается и отрезается от душ народа Израиля. От этого дня объяснения очень длинные. И 7 дней это продолжается. В первый день это будет у вас праздником. Значит, 7 дней продолжается этот праздник. Никакую работу не делаете. И, значит, в общем, сохраняйте это. Я сейчас чуть пропускаю. И во всех поколениях будете есть, значит, в первый день праздника будете кушать мацу, вот этот пресный хлеб, мука с водой. До 14 числа будете есть пресный хлеб. 7 дней, чтобы не было у вас никакого квасного в ваших домах. Значит, и кто это будет нарушать, отрежется душа этого человека из душ народа Израиля. И также для пришельца этот закон действует, то есть если кто принимает иудаизм, и гражданина земли Израиля. И коль всякую закваску не кушайте, и во всех ваших домах кушайте мацу. Давайте разберемся теперь вообще, что Бог от нас хотел, и зачем была вся вот эта история, и почему она была, и для чего она была. Любое событие, которое происходит с человеком, оно происходит как следствие предыдущих событий, которые были в его жизни, и как причина для следующих событий. То есть так можно рассматривать любой момент жизни. То, что происходит сейчас, произошло потому, что было когда-то принято какие-то решения, сделаны какие-то действия. То есть сегодняшний день это следствие вчерашних поступков, да, и причина для следующих. Теперь Бог, значит, дает вот такой вот набор указаний, да, он говорит так. Первое, что он говорит, значит, уничтожу всех первенцев Египта. Второе, что он говорит, буду судить всех идолов Египта. И это, кстати, ответ на вопрос, почему он, у многих вопросов, а почему он первенцев уничтожил? Первенцы, они в том мире, они считались тоже идолами. То есть, они считались в том мире... Что такое идол вообще? Давайте разберемся. Идол – это когда человек верит, что у чего-то или у кого-то есть отдельная от Бога сила, вот то, во что он верит, является уже идолом, которому он поклоняется. То есть, если человек верит, что деньги решают все, то для него деньги становятся идолом.
Если человек верит, что врач может его вылечить, а может убить, то врач для него может стать идолом, да? То есть любая сила, то, чему придается сила, помимо Всевышнего, это становится идолом. Теперь дальше. Значит, Всевышний, который проявился в этом мире, то он, его проявление в этом мире пережгло пробки у всех первенцев Египта, потому что Египет поклонялся, это была страна идолопоклонства. Он судил, написано, и буду судить всех идолов. Это была причина, что погибли все первенцы. Второе, почему он сказал взять этого ягненка, взять эти все вот эти вот сложные действия делать, да? Потому что, когда ты хочешь быть на связи со Всевышним, недостаточно сказать, я хочу быть на связи со Всевышним. Я верю, что Всевышний всем управляет. Я верю, что Бог единая сила. Веришь? Верю. А вот докажи. Вот ты сделаешь что-то, да? Которое доказывает, что ты в это веришь. И тогда, так как Всевышний выводил народ для того, как, знаете, как в Израиле тренируют спецназ в армии, да? Значит, вот они ложатся спать. Им командир говорит, встать. Они вскочили. Оделись, разделись. Потом побежали. Куда побежали? Побежали. Значит, нет вопроса, куда побежали. Просто побежали. Побежали, одели 100 килограмм, туда понесли, 100-километровый проход. То есть их просто уничтожают. И они выполняют все приказы и доходят, отпадают. И в конце там из 100 человек остается 2-3, которые, выполнив все приказы, попадают в спецподразделение, становятся там самые супер-супер спецназовцы. Вот это то же самое было в момент исхода из Египта. Значит, Всевышний хотел натренировать, причем на уровне внутренней трансформации, чтобы 10 казней, год длилась подготовительный тренинг личностного роста. И все, кто верили в Бога, они присоединялись к еврейскому народу. То есть очень много людей, египтян, присоединилось к евреям и вышли вместе с евреями. Почему? У тебя есть выбор, верить, не верить, слушаться, не слушаться. Или жить в своих каких-то мыслях и поклоняться себе как главному идолу. То есть главный идол человека – это его поклонение себе и своим мыслям, своим знаниям, своим каким-то, а я знаю, да, вот я вот это вот, да, это как раз главный идол, который разделяет между Богом и душой. И вот, значит, вся вот эта вот технология Песаха, она была как раз об этом. Можно находить в ней какие-то, как интеллект же он все время ищет, а почему нельзя есть мацу, да, нельзя есть квасное, закваска, она как гордость человека, она вот это вот, он напухает, как хлеб, да, как закваска, значит, бродит. Может быть, похоже, да, маца это простота, это вода и мука. И за 18 минут сразу быстро, и, значит, интересно, что когда делают мацу, то берут, смешивают воду с мукой, и сразу ее нужно обязательно запечь, чтобы не образовалась закваска. Тоже в этом можно найти метафору, как человек должен поступать, как выполнять заповеди. Не, если есть такое выражение в устной торе, если заповедь пришла в твою руку, альтахмицена, не заквашивай ее, то есть делай сразу. Теперь, помните, я вначале сказал, что я расскажу, как устная тора объясняет, почему сказал Моше Рабейну, сказал «ке хацот», «как в полночь». Он же был пророк. А это Бог. Если Бог сказал в полночь, значит в полночь. Если Бог сказал, как в полночь, то что, Бог не знает, когда полночь? Или Моше Рабейну не знает, когда полночь? Объясняет нам устная Тора. Моше Рабейну, он сказал, как в полночь, потому что и он знал, когда полночь, и Бог знал, когда полночь. Но вот эти все рабы фараона, все его там звездочеты и так далее, они точно не знали, когда полночь. Если бы он сказал в полночь, а по их часам они посмотрели, полночь, Моше обманул. Он сказал очень правильно, как в полночь. Да? То есть он специально сказал, чтобы они не подумали, что он обманул. Хотя он точно знал, когда полночь. И отсюда Талмуд говорит, тельмат лешонка, приучи свой язык, ламар, говорить, эниюде, я не знаю. Я не знаю, то есть не быть категоричным в своих высказываниях. Значит, это одно первое объяснение. Второе объяснение, как в полночь, почему он сказал, как в полночь.
Значит, потому что в этот момент, когда шел разговор, это было полночь, и он сказал, как в эту полночь, так же в следующую полночь. Еще дается одно объяснение, но смысл в чем? Что бы человек ни говорил, это является всего лишь одним из сотен способов описания какой-то идеи, которая не более чем идея, да, как называл царь Соломон, все идеи, весь этот мир он называл Эвелевелим, пар паров. И весь Песах, исход из Египта, он нам дает простые, непонятные действия, которые нужны не для Всевышнего и не для каких-то сверхглубоких комбинаций, что это значит. Можно найти, потому что любое действие – это следствие предыдущих действий. Но это нам дано специально для того, чтобы стать простыми, как маца, и быстрыми, как тот, кто ее делает, в выполнении воли Всевышнего. И тот, кто выполняет волю Всевышнего, просто не думая, не раздумывая, а понимая, что все зависит только от Бога, это самый правильный способ жизни в этом мире. То есть, как сказал царь Соломон, мудрейший из людей в конце Экклезиаста, он сказал, в конце концов, все понятно. Аколь нишма, Бога бойся, заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек. И знай, что каждую вещь приведет Бог на суд, все скрытое и хорошее, и плохое. То есть каждое твое действие, оно придет, вызовет последствия. Так если твое действие – это служение Богу, так последствия будет – это делай волю Бога, как свою, Бог сделает волю твою, как Его. Все это самый удобный, самый правильный способ жизни. И в Песах мы освобождаемся от всех идолов. Сейчас мы изучаем про Песах. А будет скоро, через там 3 месяца, будет уже праздник Песах. И мы как раз в это время очищаем себя, свои дома от этой натипи, от этой всей квасного. И, значит, идем ко Всевышнему быстро и легко. Все, всем удачи, успехов, чтобы мы делали много заповедей, а Всевышний слышал наши молитвы и давал нам очень удобные условия для жизни. Все, всем удачи и хорошего дня.